Учитель – это человек, который всю свою жизнь посвящает детям. Он не только учит их читать, считать и писать, но и жить. И это понимают и действующие политики, поэтому сейчас в системе образования уделяется большое внимание. Кузнецкие педагоги за своими плечами имеют не только многолетний стаж, но и различные награды. Сегодня учительский праздник городской администрации начался с награждения кузнецких педагогов, которые оказались победителями конкурса «Педагогическая инициатива». 6 выдающихся учителей получили не только грамоты, но и денежные вознаграждения. Первое поздравление от наших учеников, родителей вы получили еще в пятницу. И вот сегодня 4 число, а Всемирный день учителя вам будет только завтра. Поэтому есть еще время для улыбок, время для хороших слов, которые скажут вам ваши ученики, ваши благодарные родители, ваши коллеги. И сегодня, как всегда, наш традиционный прием главы, где собрались самые-самые звезды учительства города Кузнецка, которые сегодня обязательно получат свою долю аплодисментов. Любой учитель каждый день покоряет свой педагогический олимп, будь то общеобразовательная школа или учреждение дополнительного образования. Каждый из них достоин уважения и похвалы. Я хочу вам сказать большое спасибо за ваше доброе сердце, за ваши умные головушки, за ваше доброе и интересное отношение к своему делу. Пусть больше радости приносит вам школа, пусть здоровье будет крепким, счастье, удачи и профессионального мастерства вам. Глава города Валентина Майорова, как никто, знает все сложности педагогической профессии. Она сама педагог. Профессия учителя всегда будет востребована. Она всегда окружена и любовью, и заботой, и вниманием, и особенно со стороны наших детей, родителей и коллег. Вы выбрали нелегкую работу, трудную работу. Ведь надо быть не только учителем хорошим, но надо быть еще и справедливым судьей, когда разобрать ситуацию, которая сложилась между учениками, иногда между учителем и учеником, между родителями. Надо быть и артистом. В преддверии Дня учителя глава администрации Сергей Козин обратился к самым лучшим кузнецким педагогам с добрыми пожеланиями. Чтобы как можно больше мудрых, прорывных идей было в нашей школе, а учительство в городе Кузнецке, оно своеобразное, есть свои определенные наработки, заслуживающие внимания не только на уровне там, Пензы, я думаю, что на уровне даже Российской Федерации. Есть даже своеобразно в том, что наши отмечаются там, в предыдущие выходные. Праздник 5-го, а начали отмечать в предыдущие выходные. Поэтому мы своеобразные люди, поэтому пока мы там вместе с вами, я думаю, что мы многое сделаем и много талантливых людей вы воспитаете. Математики, словесники, музыканты, художники – все они учат школьников самому главному – любви, доброте, пониманию. Ребята покидают школьные стены с огромным багажом знаний, а учителя радуются их дальнейшим достижениям. Ведь главная награда для педагогов – это искренние улыбки своих учеников и их стремление к учебе.